Я хочу обратиться к администрации. В районе 7-я школа, Сивкина, массив, лесной массив. И там гуляют дети, гуляют, ну, место, где люди гуляют, да, на лыжи катаются. Но лес забросили, сухостойки, деревья не пилят. Бывают иногда такие сильные, значит, ветра, что эти деревья падают со страшной силой. Я много раз обращался, чтобы навели порядок. Раньше же как сухостойки, лесник спилит. А сейчас не видим ни лесника, никого. То есть вот эта территория заброшена. Может, от того, что скоро будет там, поликлиник строить или чего. Так что очень большая просьба. Наведите порядок, пожалуйста. Здесь же 21-я площадка, люди на обед ходят, дети гуляют, люди, значит, собак гуляют. Ну, лес заброшен. Даже страшно смотреть. А меня зовут Лёва. Я передаю привет своему деду, который зовут Волгина Валентин Федотовича. Ему привет еще от компьютера. Вот еще покажите компьютер. Я хочу передать привет маме, папе, дедушке и вам. Я бы хотела передать огромный привет своей маме, своей сестре, пожелать им всего самого наилучшего. Хотела бы передать огромный привет компании «Связной». Привет! Добрый день! Я хочу сказать, что я самая счастливая женщина на свете. У меня замечательный сын. И еще хочу добавить, я занимаюсь в школе моделей в Нижнем Новгороде. У меня получается. И очень рада, что у меня все классно. Поздравляю нашу учительницу Наталью Евгеньевну. Желаем хорошего настроения и хороших учеников. Я желаю Татьяне Евгеньевне хороших учеников и чтобы было у нее время, чтобы отдохнуть.